участие на чемпионате Европы, он двукратный чемпион своей страны. А его тренер Аннет Пёч – олимпийская чемпионка 1980 года. Я не глядя, я тоже смотрю, думаю, как на Аннет похожа женщина. Оказывается, 3,5. Это она, наконец-то, наконец-то, 3,5. Не первым он его исполняет, но, тем не менее, это все равно приятно. А вот это совсем наконец-то. Упас четверной. Четверной-то луп был. Крутил внутреннее ребро. Смотрите, как живо реагируют люди, когда хорошо катаются, когда интересно. Публика тут очень хорошая, очень приятная. Вторая половина. Интересный каскад Редбергер-Тулу. Хочется поздравить Аннет Пёч, ученицу великой Юты Мюллер, которая воспитала столько чемпионов для Германии. Да, в том числе и великолепную Катарину Витт, конечно. Катарину Витт, да, и Яна Хоффмана, и целую плеяду девочек. Ну, такое, я очень рада, что, видите, одна из девочек вернулась. Она сначала не работала тренером. Все-таки тянет на лед. А как иначе? Тянет на лед. Вирус. Вот, это очень приятно. Она олимпийская чемпионка, чемпионка мира была. Я, например, помню ее победы, ее великого тренера. И рада была ее повидать в позапрошлом году в Германии. В Кармалке.